Всем привет, с вами ваш Робопингин или Борис Ашишкин. Мы продолжаем играть Rings Hero Мастерс. Так, новое испытание. Улучшить королевские часы, открыть новый мир, пройти испытание святости. Алло, Дэниел. Звездные часики такие милые, люблю. Можно посмотреть? Что вы делаете? Давайте заберем дневники призрака, она же соотечественники. Будущее. Согласен. И мне игра показала. Лоль. Потому что... Тоуча. Эй, я верно согласен. Ваше происхождение так благосклонно. Моя королева, неужели что-то сегодня связано? Ся, зомбя, прежум, аверя. Надолго задерживая дыхание, я вижу, как звезды дикой запрошу позволить мне покроить медаль космоса. Мэнэ, дэм, афэн, эээн, зэн, гэ. Давайте проведем этот молитвенник с вашим интернетом. Конечно, вы учите космоса. Я, дэверо, тря, тянья. До сих пор нет наследников. Видимо, дело уже еще. Это сыновы из изготовлено из кишек крольчонка. Оно точно не. Значит, я принес нам важную новость. У меня урок живет все. Велите ему уйти. Я поговорю с ним. Мне удалось найти способ только принужденному казну, выпустив королевские богатства. Можете ли вы поддержать это значение? Могу ли я прицелиться с вами во всем, что касается финансовых вопросов, король недостаточно внимательный. Превосходно. Для моей суженной накидки из 5 сотен шкур оленя может сказал бы дальше, если бы люди, солдаты и казна, ну вот этот день, так сказать, поделили бы на фунт. Я бы закончил просто снизить. По мере усиления влияния церкви в столице стекается все больше паломников. Может, введем налог на туризм? Налог на паломников, и, конечно, вы планируете выделить церкви долю. Да, конечно. Знаете, все на уровне, держать, чтобы не плавало, спросите, уж это показываю. Вот, ну, камеры маленькие. Эти куртузные танцы, эти непристойные соприкосновения ладони и имена господня Тацути Саламудри. А чем же нам соприкасаться? Я уже немножко, знаете, эта часть проходит гораздо сложнее, чем предыдущая. Да. На нашем последнем предмете вы изображены с... С хапкой маков в руке, золотым венком на голове. Это все символы. Я его заменю. Моя короткая жена, вы не могли бы помочь верху? Потому что верх смотрит несколько этих. Хорошо. Ваше Величество, ваш новый портрет пленителя. Но вы словно где-то далеко, и я в этом полотне никак не бы оставлю. Я для внучки моей тетушки устроим роскошную свадьбу или достаточно венчание в церкви. Решить в церковь? Нет, потому что значит считать сердце большое, простите, моя королева, наша вера истина, а обычаи скромные. Миленько. Человек зашел на территорию соседской фирмы, где его боданул соседский вол. А полагается ли ему возмещение ущерба? То есть в церковь упадет? Думаю. Да. Или нет? Ну, да. Да. Судья Бильон постановляет, что волк был плохо привязан и возмущает ушибное решение. Вот народ. Изменения, которые вы несли в свой портрет, неприемлемы. Это блеск в глазах,
подумайте, какой пример вы подаете. Не обращайте внимания. Моя родственница жалует нас на то, что не получила от вас одинокого подарка. Моя родственница сосовывает еще и подарок, правда. Сафана для коротки утверждает, что на свадьбу по-прежнему принято дарить золото. Невероятно. У одного человека обнаружили нелегальные планы дворца. Он утверждает, что это современное искусство. Виновен ли он? Да, намази для поддержания вашей красотылка уходит десятая часть бюджета. Зачем эти инструменты? У стен замка бизнес этапа проиграли. Ну, 20 лет. Они несут подарки. Сделали, наверное. О, опять мать. Мое дитя, ты счастлива? Сколько раз при тебе повернулось звездное колесо? Сколько жизней ты прожила? Где ты, вечная королева? Это мой дар тебе. Какая у меня с минуты? 6. На всякий случай, если шел скрин, это будет, опять лаги эти. Тебе выпала честь выбрать эту землю и вырвать из цепких пальцев мелких лепестков. Только люби меня, повинуйся мне, стань мою, одной из моих почитателей, обратись за это к моей верховной. Ищи свой путь в лабиринте зелени, следуй за солнцем, чтобы оно не исчезло. 20. Кстати, почти круг первый. О, 3 единички. О, раз. Не. О, Эсме. Первый Эсме прибывает в новую для себя страну в период возрождения оптимизации. Стоит классный парень, который, которого она считает своим милым трофеем. Можно ставить трофеем для вас? Да. Ура! Собственность сестрой-близнецом, чтобы получить подарки от верного. Это противозаконно. А Сидимый постановляет, что понятие сестра-близнечка не является обладанием в случае количества подарков. Излюбленная практика правителя заказать прославляющих песни. Обсудим это. Пускай певец перебирает струны, напевая печальную историю о вашей родине, да? Желаю трепещущей темы, тем больше политических поможет на музыку сильной романтической стихии. Как же мне не нравятся долгие рабочие дни, моя королева. Давайте сократим, пускай наш счет. Блин, они так говорят еще. Я мог преподавать горничным географию мира как наставник, чтобы вы там думать, дорогая. Я оставлю огромную книгу сайт прогнозов научных преимуществ. Так что да, в 2000 году солнце суждено скрыться за тенью луны. Не верите, правда? Так, ребятки, давайте запомним. 2000, вот до 2000-го мы, думаю, дойдем. Это все же... Смотрите, у нас вторая серия, и уже 1117. Потому что мы начали с 999. Около почти 200 лет. Скоро. Ну, то есть, неплохо. То есть, это еще до выпуска. Ну, не знаю, ну, думаю, дойдем до 2000-го. Возложить часть государственных денег на личные нужды, или вы знаете, что это не попадается, что это через 4 часа. Мы обработали цифры, огромное количество других королев, 72%, сделайте выбор такой. Ваша механическая сова похожа на священную сову матери своего
существо должно быть вы и вправду избраны ею. Да, но на. Я слышала о любовном заговоре, который проводит Вульф. О себе приворожить можно? Само собой. Ворожей горец. Попробуйте, направьте любовное заклинание на себя. Го, да, на. Разве это не странно? Направляйте сил сопреда на себя, кроме себя. Странный вопрос. Го, ворожей. А ебанас. Убить себя, надо отвести глаза от королевского приворожения. Окей. Тя, том, во, аверя. Я исследую мифические свойства твердых органов жителей Запада зубов, костей. Можно ли мне получить ваш ноготь? Конечно. Эй, ой, вот, ой. Чтобы порочная королева вроде... Кстати, первый круг. Все, круг. Вы преодолели круг. Простите, надо было руки разбить. Если бы встретила смерть города, я стал примером для всех женщин, непокорных женщин. Или Роксана стоит на трон надежде продолжить приумножать наследие своей династии. Лайду! Вы выросли на Западе, вам приходилось экспериментировать. Ну, я... Бай! С пряностями вы выбирали из стороны храма, представляю. Чему вы помните? Вы приказываете ее выпороть, но не фиг. Я увеличиваю элит то выкладывать капитал, то изымать. Так что делать? И будет худо насчет. Сейчас будет нормально народу, но худо казни и наоборот. Армия поднимет. Кардион требует сравнять с землей несколько странных виноградников, чтобы построить один из них. Холмы для монастырей. Нет. Я король, почему у меня только дворец. Давайте построим. Куда отправиться дальше? Пересечь море во имя славы или дать север надежде собрать сокровища? Море. Предложите своим знатным подаянием, которые отправляйте дочерей в наш храм, чтобы поддержать в веру. Я возвращаюсь за морской экспедиции, увы, буря застала нас распутом, мы потеряли половину. Так отправляйтесь на север. Звездные частички такие милые, люблю такие приспособления. Можно мне не трогать? Я не допустим! Мои дочери так не постоянно, теперь они рвутся. В некий лесный храм, где поклоняются женщинам, или лани, или деревья. Пусти. Блин, сейчас меня свернут, ну что, ара. Ох уж эти новые возможности, посчитает она, и когда это все закончится. Далеко на севере мы обнаружили племя зимних варваров. Я храбро принял одну из женщин, что прикажете с ним? Я бы могла бы убить его, но у меня со стороны королевы. Я столько о тебе наслышала. Поборемся? Согласен. Все сложилось не в вашу пользу, но пострадало лишь ваше самолюбие. Мне нечем было армию понизить. Не связывал. Здравствуй, королева. Так, новое задание. Войти в лабиринт. Окей. Роксана Камера смерти была такой жуткой, что о ней не перестану шататься в кулаках. Избрана королева на безупречной манере. Мирель намерена укрепить доверие хода их короля. Прошу прощения, что издеваю в кадре сегодня. Да, у меня, скорее всего, даже голос, наверное, вы подумаете, что он сорван, я чисто скажу так. Вот был вообще раз. Да, оба мачества. Я не пил, я смотрел, болел. Может быть, мы могли бы время от времени стирать белье не в ручье, а в реке. Достаточно радостно. Окей. Одежда ваших служанок пахнет грязью. И мне это нравится. Ничего не меняет.
Хорошо. Вы прикажете мне вышить миледи меч с королевской власти или с королевской власти? Прикажите фермерам посадить все сейчас, чтобы насладиться долгой весной. Давай. Итак, все, что ранее посеяли, посевы погибли. Подумайте, что мы будем есть следующей зимой подушкой. Так, ах, перед вами преклоняется весь, все. Моя королева, вы не знаете, что он может уменьшить любовь на Ой, я слишком дорого, давайте используем продукт местных пенадиалин, так будет дешевле. Нет. Вера просто поднять. Мяу-мяу. Ты что, дьявол? Она почему-то прежнему вами недовольна. Кардинал утверждает, что корона должна опустить стоимость нового собора, потому что настроение такое, настроение такое игривое, может нам пытаться защитить ребенка, в конце концов, наш монаршеский долг. Голова болит. Так вот откуда это пошло. Еще с древнего гребен, еще с 1042 года. Голова болит. Ну, у нас королева недоступная, ребят. У нас понимает так. Давайте подумаем, доступна ли у нас королева. Нет, у нас голова. Чёрт, армия упала. Вон, город разгромлен, вы выходите замуж за генерал-захватчика в обмен на мир. Но он никогда не научится вас понимать. Но мы не умерли за него. Эн, а ну как уже требует ремонта в часы. Смертей 7 из 26, я просто мне подписываю. Смертей. Мерили скончался по исполненной горечи, и битва за ее корону не осуждена прекратиться. Королева Энн была исполнена, чтобы укрепить отношения с Западом, но страна может ее не принять. Опять. Блин, ни лабиринта, ни часов, ничего так нет, чтобы я хочу задания выполнить, или они должны типа быть сейчас попозже. Уши немножко затекают. Давим. Или еще что, я не знаю, как-то привести себя к этим заданиям. Так, мы принимаем гостей с Запада, моя кровь, дайте мне совет о том, как произвести хорошую вещь. Конечно. Привезти на подарок, а он должен быть дорогим или личным. Мне уже рассказали, что чего нельзя делать и ни в коем случае нельзя. Отказываться. Перебивать. О, казака. Не знаю, чем еще спросить полка, я готов принять гостей. Конечно, все, что вы ему сказали, было неправдой. Я даже это не знаю. Ты королева, но ты носишь никакого оружия. Это как странно. Позволь приносить тебе подарок этот дуэльный пистолет. В 1146 году пистолет. Девочка, они рано. Хотя ладно. Найти пистолет. Термай пистолет со своим самоцветом. И пистолет научиться не пользоваться. Хорошо. Покажи, я исполняюсь. Тебе стоит научиться им пользоваться. Покажи мне пистолет, и мы отправимся в дуэли. Уху, пора учиться вести бойцовки. Мне нравится этот гидай. Блин, на английском. На русском. В моей стране знатные женщины могут с кем-то встречаться, даже если они замужем. Ой, да.
Танка, когда пропущен. Тоже знаменитый, конечно. Перелейте вы к нее владельцам сочувствия финансовым клиентам. Не варишь. А вы не думали вы ли как-нибудь улучшить удобный момент просто писать? Давай. Меня переполняет вся боль мира, моя любовь. Я парализован, это невыносимо. Я на серии вы с варварами. Те утверждают, что наши земли принадлежат им. Поверите? Да, только у меня армии нет. Будем один нежней. Вы строите прям космосы. Да. Бачок, бери! Есть еще. Вы строите для всех космосов. Ну что, я вошел в дворце. Давайте все убежим в лабиринт и будем гоняться друг за друга и залюбим. Справа. Вперед. Вперед. Сесть. Вы некоторое время сидите в тебе. Все сюда. А я хочу на тебе где-то ставлю. Справа. Дорожка направо. Вперед. Вот вы где, мой королева. Я заблудился. Позволите мне собраться в дворе. Да. Варвары запахнули деревья на серии, говорят, для них их народа это священное место. Помогите мне получить? Нет. Фу, блин, на этого вашего путешественника мы тратим деньги впустую. В рай ведет лишь одна дорога, и прилагает она через церковь. Да. Путешественник покидает двор, говоря, он обосновался где-то на солнечном берегу вместе с невестой. Тебе обзакала. Нет, волшебное зеркало, созданное исключительно для королев. Возьмите денег и скажите. Моё! Вот это он сказал. Король спускает комплименты по залученной броне, которую никогда не надевает. Прошу убедить его прекратить. Окей, не деньги. Ой, что? Наверное, я вот иногда вам слышал странный голос, он исходит из зеркала, которое вам продала госпожа Ариана. У меня, кстати, есть часики, я их должен как-то улучшить, я не знаю, как его. Ладно, хорошо у меня по времени. Так, теперь 22, там 6 было минут, теперь 22. Да. Вам никак не отвести глаз от своего отображения. А вы все самозабрежены к своему, мои земли стали богаче. Какие ли вы по отношению? Да. О, дозорисы королева вас специально. И всем правилам этикета, но может быть вы примите генерала король на охоте, а дело срочно. Окей. Отношения запутались, но ухудшаются. Наши шпионы утверждают, что они планируют напасть на нас. И? Простите, ваше лично, но теперь ваш дом здесь. Вы вынуждены служить порой. Вы ведь не поможете? Нет? Поп, Марк, иди. Нет. Симпал. Так, все, лабиринт мы вошли. А взглянуть на узников церкви. Нахер, сколько всего. Ой. Ваши пахи я. Все-таки футбол свой взял. Ну что это, такие матчи были. Вы собираете предметы, принадлежащие прежней проверили лицо в зеркале, кажется вам чужим. Ваши советники в войска. Давай так, мой народ будет охотиться в твоем лесу, а добычу поделим. Окей. Сейчас находится наш земляк. О, миссия, да, потом. И осай. Нет. Эй, ладно. В камере темно, но голос, который слышишь, кажется. Так не говоришь, что это тот путник? Моя дочь, я прибыл к вашему двору, чтобы помогать вам советом и поддерживать. Освободите меня из этой темы. Да! Он сказал в гневе того, что вы освободили его пленника.
помолитесь, помолитесь. Куни знай, вода сей знай. Светлая королева и дорогая подруга, с 20-летием для Перила было честью устроить для вас праздник. Давай. Мне хотелось бы наблюдать за действиями ваших врагов, наших врагов издалека. Нужно новый год. Это а теперь слышишь? Да, блин, вроде бы я хотел поднять к веру, а поднялась арму. Так, стать покровительницей искусств. Блин, задание. Одно задание похлеще другого. Это, блин. Ну, еще 5 минуточек, наверное, где-то. Ну, короче, попытка, пару попыток и все. Ну, это обычно. Я уже читаю, это узнал, но одно и то же. Уж сори, ребят. Так, ой, эти звездные частички такие, ну, что вы делаете? Кардинал Винсис утверждает, что собирается твою армию только для церемониальных нужд, может для церкви. Должны дать. Давайте станем настоящими подругами, если у вас тайная любовь посреди пилона. Это сильно восхитительно приехавших. Да, признаю. Козит лай, козит. Если поговорить о Тане Любимка, покажите мне балкончик королевского. Это наше слово. Хорошо. На, запомните, балкончик. Я про 2000 год помню, что это было. У нас, если вы обратите внимание немножко на фон сзади, только сейчас мы обратим внимание за еще и по прошлой части, так и вот, более лучше. На дворе золотой век. О, что-то искусство. И изобретение королевского семьи, надо бы заняться. Да, что-то я вот это не могу. Как тебя вытянуть? Сестра Ариана с детьми изготовляла подалеку под него вашего святого покровителя. Помогите мне. Давай. Так, за мной. Ну, чего? И нас зацеловали. Блин. Ну, комиссию выполнили. Обзавестись наследником. Я сочинял нашей прекрасной королеве, я хотел бы исполнять ее при дворе, конечно, за гонорар. Нет. Энергон, авентион. Построить приют до одного скабинного разногласия, но это для родителей. Слишком дорого, если вы считаете, что умеете что выражать, давайте сократим число сезонных высоконов. И Тане поклоняйтесь матери Сиоса, но вы этого не делаете. Приятно осознавать, сколько женщин за едой вам, правда? В этом нет ничего плохого, но признайте. Вера поднялась. Вы издеваетесь? Кто ничего толком не сделал, все уже. То вниз, то вверх. Ну что это, блин? Что с игрой не так? Алло, игра, харе. Дай мне поиграть тебе спокойно. Ну блин, реально, Андрил. Года войны истощила нашу казну, предлагала продать наши исторические реликвии и иностранные музеи. Нет. Давайте на чистоту, вы не знаете из тех королев, что всецело передано науке. Вы ведь увлекаетесь магией? Я тянья, лапеньо. Я тут стал по дороге России, и из некоторых книг опасно. Может, мне все это... Да. Госпожа Гимания заканчивает работу над каталогом. Он получается условно порожен. Пока одно из наших волшебных семья не прорастает, и бы ни Яны не отдушат всех обитателей дворца, включая вот новую смерть. Умирать мы будем. А лучше. А церемония пистолет инструкционным цветом. Думаю, да, вот сейчас поэтические дуэли. То есть чувствую, каждый. Вот часики нужно еще починить. Запомните, нужно еще другие шиши, они хотят одного занять ваше место. Напомните им, почему вы этого достойны. Распишем бюджет немедицинской программы на этот год. Сколько традиций? Давайте. 12, 22. Последнего
время в стране неспокойно, может, пора на всякий случай изучить наш план безопасности. Да. Дерните его за веревку, чтобы дерните за веревку, чтобы подать ему, затем хватать подсвечник и ждите прибытия. Это ваш план. Нам же там для монархия станет уделять свои расходы, иначе как бы хорошим. Вашему плану. Мелькнула что-то фигура, должно быть, это негодяй, который хочет вас схватить. Чайни строительства у нас будет 13 башен. Это дурной знак, посвященный, чтобы Бартон Алексеев покажет. Уже следующей зимой последняя башня рушится, увлека за собой. Что вы? Давай. Великолепный день. Давайте все бежим в лабиринт. Я ориентируюсь по знакам зодиака. Ферме прорвало водопровод. Да, конечно. Это первая часть. Чем и королем становится, зачем? Это игру уже прошло. Ой, ребятки, а на этом мы сегодня и закончим. Что ж, ребята, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем добро. Также, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, если хотите, пишите комментарии. Также не забывайте про колокольчик, подписочку. В описании будет ссылочка на плейлист, группу ВКонтакте, мой Twitch канал, я ВКонтакте. Так, что ж, ребята, всем спасибо, всем еще раз добро, и, ребятки, всем пока.